Давай жми, ладно. Сдамся тебе, давай. Занятия спортом укрепили их союз, а вот объединила пару любовь к музыке. Зинаида и Александр, молодые люди с ментальными нарушениями, познакомились в обществе инвалидов советского района Красноярска. Стали встречаться. Каждый день и гуляли, и музыку слушали. А своя мама говорит, а вам не надоело одну и ту же музыку слушать? Они вместе уже 6 лет, и музыку им не надоело слушать до сих пор. Она постоянно звучит в их доме. В доме, где муж помогает жене по хозяйству, а жена постоянно балует мужа чем-то вкусненьким. Что тебе приготовить? Я говорю, да мне без разницы, все равно все вкусно. Пока в автобусе так как едем, это готово, я новый салат приготовил, это придумала, да. У меня фантазии. Пробую, вот, вкусненько получается. У Саши сразу нравится. Даже он посоль не любил, полюбил. Покажаны тоже не мог. Я приготовила, ему понравилось. 5 лет мне было так раз. Я говорю, бабушка, можно я приготовлю? Я говорю, нет, когда выйдешь замуж и научишься. Научилась так, что супруг теперь не нарадуется. И в кулинарное царство Зинаиды с советами не лезет. Вчера в уборкиной убираемся, все. Без обиды. Начал мыть, она это подбегает. Да это не так. Да ты возьми то такое, блин, средство, там это пятно. Это лучше на кухню, это как уйдет. И я это говорю, любимая, я к тебе в готовке не лезу, ты готовь это как сама, а я буду сам это как протирать. Это, короче, мы ладно, проехали. И это 2 минуты, 3, это мы уже все это как помирились. Сдамся тебе, давай, жми. Нет, подумай еще. Александр активно занимается адаптивным спортом. У него много достижений в дарте, армрестлинге, гиревом спорте. Зинаида, с детства влюбленная в спорт и вдохновленная примером мужа, от него не отстает. Она поднимает гирю и даже побеждает на соревнованиях по армрестлингу в своей категории. Она по рукам сильнее меня. И это, кстати, по штанге. Она 30 килограмм штанги подняла от груди. Первый раз участвовала. Я первое место заняла. Супруги радуются успехам друг друга, вместе участвуют в спортивных мероприятиях и вместе работают над своей формой. А еще рисуют картины и учат друг дружку житейским мудростям и простым вещам. Где-то я его учу, как правильно. Он маленько деньгами начал читать, как правильно отчитывать. А то он покупал ненужное. Он раз их кинул, а надо подумать, это нужная вещь или нет. Полезно или нет. В чем ваше счастье? Я думаю и в любви. Это тоже в любви. И доверие главное. Самое главное доверие. И есть такие люди, что есть такие, что завидуют и это пытаются нас рассорить. А у них это не получается просто-напросто. А мы все равно же вместе.